И мы опять в гуще событий. Сегодня мы празднуем последний день масленичной недели. Будем сжигать чучело масленицы и желать друг другу добра. Ну что ж, с праздником! Телеканал «Автоплюс» традиционно поддерживает мероприятия, которые проходят в культурно-развлекательном комплексе «Кремль» в Измайлово. И широкая масленица не стала исключением. Организаторы праздника подготовили для посетителей насыщенную развлекательную программу. За один день гости пережили все ключевые события масленичной недели. Встречу масленицы, заигрыш, лакомку, разгуляй, тещины вечерки, заловкиной посиделки и, конечно же, прощенное воскресенье. Под выступления лучших фольклорных коллективов разыгрывались зрелищные театральные представления. Старинные обряды аниматоры в русских народных костюмах вовлекали и посетителей. В программе также нашлось место для конкурсов с призами и мастер-классов. Наверняка гостям запомнится мероприятие шеф-поваров Московской ассоциации кулинаров. Они не только угощали традиционными масленичными лакомствами, но и пекли метровые блины дружбы. Свои мастер-классы проводили измайловские ремесленники. Всех желающих обучали гончарному мастерству, созданию масленичных куколок из лыка, росписи пряников. Самые ловкие и смелые гости светлой масленицы могли побороться за подарки, забираясь на высокие столбы и сражаясь в настоящих кулачных боях. А для маленьких посетителей Измайловского Кремля открылся снежный городок. Сейчас буквально через несколько минут у нас начнется шоу ходулистов. Вечером у нас будет традиционные проводы зимы и сжигание чучела масленицы. Безусловно, в нашем Кремле постоянно проходят очень интересные мероприятия, на которые мы вас приглашаем. Праздник широкой масленицы в Измайловском Кремле бесспорно удался. И об этом свидетельствует огромное число посетителей. На главной площади было не протолкнуться. Но он позади. Пришло время готовить следующие мероприятия. А впереди жителей и гостей столицы ждет много интересного. Весной, не знаю, но вот летом обязательно мы проведем уже 5-й международный фестиваль «Русская кухня». Это потрясающий фестиваль, который длится целый месяц. Каждые выходные у нас на главной площади проходят кулинарные активности от студентов, от знаменитых и великих кулинаров. Когда программа фестиваля будет готова, ее опубликуют на официальном сайте культурно-развлекательного комплекса. Там же можно следить и за другими мероприятиями Кремля в Измайлово.